Антон, проснись, ленивая жопа. Тебе на учебу надо. Сессия на носу, конец света. Да и пепис в магазинах закончился. Да все, все, проснулся. Не кричи, ты че так? Че пепис-то сразу? Ну надо же было как-то тебя разбудить. Сам просил в 7. Ну зачем так жестко, Вера? Как же я без пеписа-то? Так, все, давай на кухню. Я там завтрак делаю и кофе готов. У аппарата, в смысле, алло? Антон, доброе утро, извините, что так рано вам звоню. Да нет, все в порядке, я не сплю. Я уже вам вот по какому поводу звоню. Меня порекомендовали вас как хорошего переводчика. Хочу предложить работу по переводу технического документа для одной крупной фирмы. Да. Наша организация очень крупная, работает с известными поставщиками и занимает большое место на рынке среди конкурентов. Ага. Вас меня порекомендовали как компетентного, так сказать, профессионала в своей области. Но так как вы еще учитесь, то предлагаю на первое время поработать вам на волонтерской основе, а дальше как пойдет наше сотрудничество. А почему мне предлагаете работать на волонтерской основе? Вы же как бы коммерческая организация. Да, ну не совсем. У нас есть различные бонусы от наших партнеров. Может, покатаем на Мерседесе вас. Да и вы еще учитесь, плюс будет вам для портфолио хорошо и нам. Ну, вообще-то я для министерства документы переводил и в бюро переводов подрабатывал. Кстати, а что за компания? Ну, вы обдумайте, не торопитесь. Я вам через час перезвоню, тогда скажете, что решили. Ладно, звоните. А с каких-то пор ты бекон на завтрак делаешь? Я думал, ты свинину не особо это... Да я вчера зарплату получила, решила побаловать себя, приготовить английский завтрак. А кто звонил-то? Да ерунда какая-то, непонятно кто. Предложил поработать на какую-то крупную фирму за бесплатно, что-то там перевести. Классика. Вот же свинтус, это все карма за то, что ты вчера фильм не захотел со мной смотреть. Так, все, давай, бегом быстрее, переодевай рубашку. Тебе нужно спешить. О, Антон! Мне кажется, моя девушка хочет меня убить. И, в общем, падает свиная голова, потом Вера выбегает на меня с топором, потом проснулся, в смысле, Вера разбудила. Трясет меня, говорит, что пепис закончился. Сделала бекон на завтрак, она никогда свинину не готовила. Смеется с меня и хрюкает, и свинтусом называет. И вообще стрёмно как-то. Ты бы видел нож, которым на бекон на завтрак лезла. Ты бы себя слышал сейчас. По-моему, ты совсем с учебой перетрудился. Тебе бы отвлечься на что-нибудь? Я тебе серьезно говорю, здесь что-то не то, что-то нехорошее. Я думаю, что ты, как это, слишком оверреакт это. Слишком большое значение придаешь кому-то сну. Это же Вера, ну... А вот пепис, к слову, действительно больше не продают. Как? Серьезно? Я тебе говорю, здесь что-то не то, что-то нехорошее. Да ты в учебу зарылся слишком. Тебе бы отвлечься на что-нибудь другое, чтобы результат какой-то был. Ты ж там недавно работал где-то, переводил что-то. Может, снова возьмись. Матвей, ты шутишь? У меня сессия, а ты еще работать предлагаешь. Сам ты сидишь, не учишься, ни хрена не делаешь сейчас. Да я просто думаю, что отвлечься надо. А про работу просто в голову пришло. Тем более, ты сам говорил, что тебе нравилось. Кстати, да, вот мне как раз сегодня утром звонили, там дичь какая-то непонятная. Вроде крупная компания, а работать за просто так предлагает. Обещали позвонить, но так и не перезвонили. Я бы и так отказалась. У нас что мне? Звонить ему и говорить, что я отказываюсь, что ли? Я не знаю, может, это как раз оно и есть, чтобы как-то от учебы отвлечься и что-то относительно полезное сделать, чтобы так сильно на учебе не зацикливаться и не говорить мне потом, что тебя девушка убить хочет. Ну и вот она подбегает ко мне со спины с топором и бум, а дальше непонятно, она меня разбудила. Ну, так что вы скажете? Антон, как давно мы вместе занимаемся? Ну, в последнее время я не часто приходил, но тут сессия и все такое, ну, а так где-то почти год. Антон, вы сомневаетесь в моей компетенции? Нет, что вы, я говорю, что сессия, а так вы мне очень помогали. Если вы хоть немного моему профессиональному мнению доверяете, то вот мое мнение. Для начала позвольте спросить, как давно у вас с девушкой происходил коитус? Ну, я даже не знаю, в последнее время с этим не очень, ну, и как бы сессия и всякое такое, ну, сами понимаете. Понимаю.
А теперь скажите, в данный момент вы в себе не уверены? Чувствуете, что совсем утратили свою либидо? Ну, я даже не знаю, но тут как бы и сессия, и как бы, ну, не совсем... Для меня здесь все совершенно очевидно. Исходя из вашего сна, вы беспокоитесь, что девушка подозревает вас в скрытой гомосексуальности. Свиная голова символизирует разоблачение вас неспособности к сексуальному акту. Вы проецируете свой страх неспособности на внешний объект свинью, и переживаете, что девушка вас так или иначе в этом разоблачит. Для меня это совершенно очевидно. Вам необходимо вернуть себе уверенность и внутреннюю конституцию. Несмотря на ваше оправдание подготовки к сессии, дело вовсе не в этом. Необходимо сделать что-то, чем вы найдете полезный результат, почувствуете удовлетворение. Попробуйте сейчас поработать. Вы ведь говорили, что это вам приносит удовлетворение. Это как раз то, что вам необходимо. Алло? Ну чё, ты уговорил нашего друга? Антон, я скоро приду, на работе задержалась, как ты? Да цирк какой-то, непонятно, что происходит. Меня будто весь день уговаривают взяться за неоплачиваемую работу. Ладно, дома расскажешь. Я же говорил, что у него сессия, у него времени совсем нет на это. Матвей, так у меня сессия, я тебе о чём? Друг, братан, ты ведь обещал, что сделаешь как надо. Я ведь тебе помог, за тобой должок остался. Сам же сказал, что иначе пропал бы. Очень благодарил. Я понимаю, но там все не так просто делать сразу. Вера, а ничего, что я в последнее время, ну, не это, ну, слушай, я на сессиях порой кушать и принимать душ не успевала, так что я понимаю. Ты лучше голову не забивай, поучи сейчас. Я приду, может, этот фильм все же посмотрим. Послушай, я ему уже утром звонил, сам всю работу сделал. Тебе осталось подтолкнуть его к правильному решению, а ты с этим не справился. Я ведь могу эту нашу ситуацию обратно откатить. Да сделаю я, завтра с ним поговорю. Не, ну какой фильм еще, издеваешься? Откуда столько недовольства? Я тебя просто попросил, как друга, вернуть мне должок за услугу. Ты пойми, у меня ведь время тоже поджимает. Ладно, Эстет, как знаешь, все равно же завитнешь в интернете на всяких видосиках. Ты же опять выберешь какую-нибудь малобюджетную дичь. Ну ты не подумай, я же за тебя беспокоюсь. Ведь пойдет только на пользу. Сначала просто так сделаешь, а дальше уже как пойдет, может сотрудничать будет в дальнейшем. Ты это действительно сейчас говоришь? Мне это не кажется. Нет, тебе не кажется. Я это тоже слышу. Если этот разговор действительно происходит, даже не принимая во внимание всю его абсурдность, я сейчас доверху забит учебой и не взялся бы, даже если бы заплатили. Да погоди, ты не врубаешься. Там, может, бонусы какие-то для начала хорошие предлагают и... Бонусы, значит? Ну да, на первый раз для сотрудничества, чтобы там посмотреть, как хорошо переводишь. И... А ты чего вообще печешься-то так? Тебе что, заплатили за то, чтобы ты Антона заставил впрячься непонятно во что? Или опять куда-то уже вляпался? Вера, помолчи пока, а? О чем я? Так вот, я... Ай, больно, больно, что ты делаешь? Отпусти! Так во что ты нашего Антоша втянуть хотела? Ни во что, просто перевести. Ну ладно, попросили меня посоветовать переводчика, вот я про Антона и вспомнил. Вот оно как, дружочек. А теперь, Матвеюшка, вот как мы сделаем. На время экзаменов Антона беспокоить не будем, правильно? Влезать во что-нибудь нехорошее тоже не будем, так? А теперь все, вали отсюда. Пока, Матвей. Нужно было так. Ты приходишь ко мне и просишь о помощи, но ты делаешь это без уважения. Вера, а ты вообще веришь в вещи и сны? Это когда снится огромный океан или водопад, ты просыпаешься, а на самом деле ты описался? Да не, мне просто что-то тут недавно такое вот снилось, а потом прям так и произошло, прям как во сне. Ага.
Давай, наконец, фильм посмотрим. Всю неделю тебя прошу, а ты уже в какие-то темные джунгли интернета залез и сейчас нагуглишь, что Солодуха — это потомственный маг-экстрасенс. Ай, ну какой фильм еще? Очередная трешатина. Смотри, что у меня есть. О, ты где взяла? Нигде ж не достать. А вот теперь давай фильм посмотрим. Вот, я тебе неделю назад показывала, а ты отмахнулся, как обычно. Давай, наконец, посмотрим. Ну, «Пика Чоппер» называется. Там про маньяка, коррупцию. В общем, тебе понравится. Давай посмотрим. Ну, пожалуйста. Я уже собирался было поверить в вещи и сны, или в то, что я гей, или стыжусь, что я там не очень активный в этом плане, ну или как вы там говорили. На самом деле, Вера всю неделю фильм со мной хотела посмотреть. Я ее вкусы не очень разделяю, ну там дешевые ужастики, фильмы категории Б, ну трешатина всякая. Она это ну очень любит. Так вот, диск с этим фильмом она мне еще в начале недели показывала, а я забыл совсем. В этом фильме маньяк в маске свиньи с топором голову людям отрубает. Ну или наоборот, вместо отрубленных человеческих свиней подсовывает, но не суть. Так вот, в этом сне мне костюм интеллигента, он вообще не подходит. А Вера как бы показывает мне на свиную голову и говорит, ну хватит из себя непонятно какого интеллигента строить, давай лучше фильм посмотрим. Ну ты как там, ты его уже обработала? Мама, так что там? Мне курсач уже через несколько дней сдавать, а там по переводу... Да вообще ничего нету. Ай!